Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Defense. Вы можете спросить: Рэй, а почему давно не было по ней видосиков? А я сейчас вам объясню. Друзья, помните, да, я прошел весь Париж и Болоньезу, и после этого у нас не открылась ни одна из территорий. Спустя некоторое время подписчик мне пишет: Рэй, вернись в игру, там открылась новая территория. И я зашел в игру, сделал обновление, и мне пришлось заново проходить опять же этот Париж вместе с Болоньезой. Да, после того, как я это все прошел, мне стал доступен Сталинград. Друзья мои, ну в этой игре, помимо того, что было раньше и что сейчас, есть некоторые изменения, я даже сказал, большие изменения. Во-первых, у нас появился уровень сложности. Раньше мы проходили с вами на обычном, да, теперь уже появился хард режим. Что еще, ребят, ну, апгрейдики, да, мы можем, кстати, сделать с вами. Давайте-ка мы вот так вот улучшим. И еще разочек, все. Это у нас до 8 уровня, да, прокачано или же нет? Ну, не имеет значения. В общем, самолетик мы с вами прокачали. И давайте-ка посмотрим, что же нас поджидает в Сталинграде. Так, уровень 3.1, поехали. Так, друзья мои, у меня, кстати, есть новые персонажи, которых вы еще... Ох, елки-палки, это что у нас, морозные зомби, что ли, какие-то? С кем вы не виделись, друзья мои? По-моему, снайпера у меня не было, да? И вот как раз этой барышни. Назовем ее Гренадирша. Почему Гренадирша? Потому что, ребят, она бросает вот так вот гранату. Ить! Ха-ха-ха! Сосунки. Ну что же, погнали. Будем сейчас со всеми... Ох ты, они замораживают. Ты понял? Они своим дыханием могут заморозить моего юнита. Это не есть гуд на самом деле. Давайте-ка вызовем нашего автоматчика. У автоматчика появился скилл. Сейчас я вам попробую показать. Вот, ребята, он впадает в ярость. Да уйди ты из-под него. Вот таким он становится и начинает бомбить. Слушай, ну так как здесь уровень 3.1, я думаю, что мы сейчас с вами пройдем его на изи. Ай-яй-яй-яй, там крадутся. Давай еще одного пожарника. Нет, пожарного вызовем. Так, и покажу я вам снайпершу. Вот так она выглядит. Стреляет очень-очень редко, но метко. И я так понимаю, она простреливает целый ряд. Ну, все, друзья мои, тут прошли на 3 звездочки. Так, нормуль. По идее, мне нужно смотреть рекламу, чтобы получить 100 монет. Они никогда лишними не будут. Ох, а это кто у нас такой? Кто это такой у нас, друзья мои? Так, и я получаю 9 уровень. Шикарно. Так, мне дали кошечку удачи, 2 горючки и 20 голды. Слушай, ну это круто. Слушай, а кто же вот этот-то такой? Кто он такой, а, друзья мои? А, рыбак, фишерман. Хм. 5000 голды для того, чтобы его нанять. Так, а что у него здесь? Bullet resist... Ага. Защита от пуль. Резист. Так, и у него, ребята, есть какая-то атака. Атака. Короче, он рукопашник в ближнем бою, да? Понял. Ну что же, будем как-то копить с вами 5000 голды и, наверное, приобретать его. Ну, а у нас миссия. Кстати, давайте-ка завалим, наверное, вот этого босяру, потому что нам дадут с вами ящичек. Кстати, это тоже новая фишка после обновления, друзья мои, что у нас вот такие вот ежедневные, как говорится, стычки с боссом. Да, мы проходим, мы получаем с вами опыт немножко, да, денег и сундучок. Поехали. Автобой здесь присутствует, то есть вот наша команда. Мы только можем вот такими разными путями его бомбашить. Ай, по красоте. Сейчас мы его распишем. Давайте-ка нашего автоматчика в ярость приведем. Да все ему хана. Хе-хе-хе. Это круто на самом деле. Погоди, что с игрой? Ребята, где я? Где? Я миссию выполнил. Здравствуйте, приплыли. Она решила зависнуть у меня, видите ли, после прохождения босса. Ладно, перезайдем. Я перезашел, но я так понимаю, что бонусы мне не дали. Или дали? Нет, друзья мои, все далее, оказывается. Ну что же, откроем мы с вами этот сундук и посмотрим. Хм, карточку на рыбака дали. Слушай, неплохо. 5 горючки. Так, понятно. Ну и витаминчики, да? Все. Слушай, а у меня 20 горючки, то есть я выше 20 не могу получить. Получается так. Ладно, нас это не волнует, у нас все-таки с вами Сталинград. Кстати, здесь
А ну-ка, давай, 27 очков к опыту. Испандер. И еще 45 к опыту. Хорошо, миссия 3-2, погнали. Естественно, сразу же жмем. Так, тут у нас зомби в ушанке, зомби-морозилка, да, и в каске. Жалко, что вот эти вот сундуки. Кстати, друзья, заметили, да, что вон там вон самолетик летает. Если мы нажмем сюда за просмотр видосика. Погоди-ка, это что такое? Что это за зомби с лампочкой на голове? Это какая-то роботека, что ли, ползет? Ой, не нравится мне это все. Ой, как мне это не нравится, друзья мои. Давай, поехали. Ты куда вот? Что это за монстр-то такой? И странный очень. Тихо, не надо замораживать. Давай-ка, автоматчик, бомби. Сделай тут им жаровню, пожалуйста. Нет, вот этот чувак мне не нравится. А, он еще и с дубиной ползет, да? Он, оказывается, с дубиной. Давай, снайпера. Ох ты! Ты понял, что он делает? Он прыгает, оказывается. Ёлки, ты... это не до шуточек нам, если честно. Друзья мои, это не до шуточек совсем. Да иди ты! Че творит, а? Вообще обезумевший чувак какой-то, на самом деле. Твою же маковку, ну-ка. Сейчас прыганет, смотри, сейчас прыганет. И прыгает именно на моих юнитов. Смотри, смотри, что сейчас будет. Или не прыгнет. Так, ну тут мы его прижучили маленько, да? Он никуда не прыгнул. Это вообще какой-то, честно говоря, какой-то робот. Кто он такой? Давай посмотрим. Это мутант, снежный мутант, который любит прыгать на твоих оппонентов и уничтожать их. Спасибо большое, порадовали меня тоже. У нас главное, что есть снайпер, да, который прикрывает нас издалека, это очень хорошо. А вот то, что вот это вот дыхание замораживающее, смотри, они ничего не могут сделать. Давай еще одного снайпера призовем, чтобы он нам помогал. А вот тут, ать, горючку бросим. Да ты что, ах ты, смотри, что делать, друзья мои. Ой-ой-ой-ой, бедный мой снайпер. Как же он его раскурочил, а? Вот чего-чего нам не хватает, так это энергии, друзья мои. Энергии не хватает. Смотри, что... Ты видел? Снайпер сейчас еще убьет мне. Так дело не годится. Друзья мои, этот прыгун может отсюда прыгнуть вот сюда. Это очень жестко. Серьезно тебе говорю. Но... Так, подбила снайперша. Умница, красавица ты моя ненаглядная. Продолжай в том же духе. Ну, а мы сносим баррикаду, конечно же, да? Изи. Фух, на 3 звездочки. Шикарно. Так, друзья мои, ну, не буду я смотреть. Не буду, хотя надо. Новый скилл. Мы с вами получаем медицинский пакет. Да? Медицинский пакет, в принципе, друзья, это штука хорошая, но вряд ли нам сейчас она пригодится. Ох, елки-палки, я еще даже ящик не нанял. И собаки у меня почему-то нету. Когда она появится-то? А? Ах, вы ее можете открыть только в специальном паке. Зашибись. Я помню, до обновления это чуть ли не один из первых юнитов. Кстати, вот этого чувачка тоже у меня нету. Опять же, он открывается в специальном паке. Хитро, ничего не могу сказать. А специальный пак это вот здесь, да? Красная армия, пак. Вот придумали же, а? Уже не знает, как, ребят, над нашим братом поиздеваться. Ладно, давайте. Миссия 3-3. Тут у нас банка с краской, да, и гантелька. Поехали. Посмотрим, какие здесь противники. Естественно, скажу. Не нравится мне этот чувак с бомбочкой. Еще как-то подозрительный. Я помню, раньше они просто летали, а тут уже с бомбой. Ты что делаешь-то? Эй! Друзья, это что за... Что сейчас за фокус такой был? Я не понял, если честно. С какого перепуга они так рванули? Они мне, знаете, кого напомнили? Помните игру «Вперед на зомби-войну», да? У нас там были камикадзе. Что-то типа того сейчас было сделано. Но в любом случае они нанесли повреждение моему самолету. Что-то безмозглые зомби, которые взрываются при... детонации бомбы. Ладно. Да ну! А чё они... Погоди-ка, а почему... Друзья, я что-то не могу понять, если честно. Они целенаправленно летят на
мой самолет. То есть я ничего не могу сделать. В любом случае никак его защитить даже не смогу. Очень интересно. Дай золотишко подниму. Причем он так быстро двигается, я даже не могу поставить какую-то там бочку или еще что-нибудь, да, какую-то преграду. Очень странно. Хм. Ладно, будем дальше разбираться потихоньку. Нам главное пройти этот уровень с вами, пройти, чтобы мы смогли заценить, что там дальше. А в любом случае, перепройти эти уровни мы можем с вами, понимаете? Прокачаться там своих героев. Естественно, прокачивать нам нужны деньги для того, чтобы их прокачать, потому что материала у меня есть. Лайпер, как ты долго, а? Как ты долго делаешь свою перезарядку? И, как видите, на одну звезду. Ну, это самый паршивый результат, если честно. О, кубок. Что у нас тут? 90 голды, 45 опыта. Ну, естественно, мы забираем с вами это все дело и двигаемся на уровень 3-4. Хм. Давай посмотрим, ну, извините меня, если сейчас... Так, ну, этого охламона мы с вами помним, да? Токсичный чувачок, который взрывается и заражает всех. Ну, кто-нибудь там будет? Самолет подбитый, такой же, как у меня, только... Эй, эй! Твою же маковку, ну ты посмотри, ну как так можно, друзья мои? Ну это же несправедливо и нечестно. Вот так вот. Давай, наверное, еще пожарного вызовем, да? Я чувствую, сейчас вот эти вот летуны нас здесь просто будут... Да, 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 они пролетают, просто им пофиг на все. Они летят именно целенаправленно в мой самолет. Твою же налево, и как я вот должен здесь... Друзья мои, извините меня. Я ума не приложу. Ну... Ай-яй-яй. Ну, как-то непонятно. То летит он туда, то теперь полетел на моего героя, на моего персонажа. В чем прикол? Ну-ка, снайпер, давай-ка. И заранее я так понимаю, я заранее не могу их, да? Увидеть. То есть пока они вот там он не появятся, где-то за бугром, отследить я их не могу. Так, ладно, бросим гранату. Бросим гранату. Давай, пожарный, пошел, 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 пошел. Смотри, что делает, а. Вот жучара. Жалко, здесь нет никакой турели или еще что-нибудь. Ну, что могу поставить, и чтобы отвлечь вот именно этого летуна. Вот даже зря они, конечно, вот так вот в кучку встали все. Это очень... Может печально закончиться. Если сюда вот он взорвется с бомбочкой, то всех накроет здесь. А мой самолетик и так весь наладом дышит, если честно. Да, самолетик, вот так тебе досталось, родной. Так, что там у нас? Погоди-ка. Дангероус Мэн. У меня такой был, друзья мои. Хе. Или он немножко другой модификации. Непонятно. Ну давай, 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 пробили, все, отлично. Ну, опять же, одна звезда, да? Ох, все это придется потом переигрывать. Потому что на две звезды, ну, меня совсем это не устраивает. Так, миссия 3.5 и 3.6, а что у нас тут? Ящичек 8 горючки, друзья мои. Ну, выше 20 просто не могу прыгнуть. Хм. Давай-ка мы... Что у нас тут? Что у нас, друзья, здесь происходит? Так, мы можем с вами за 5 просмотренных, за 5 просмотренных реклам открыть себе один ящик. Я этим пока заниматься не буду. Кстати, здесь уже, друзья мои, вот, ну, вы помните, да, мы можем с вами из худшего крафтить лучшие. Но здесь еще где-то можно... Ага. Погоди-ка. Можно было крафтить еще скиллы для нашего самолета. Только вот где? Я что-то подзапамятовал, где это все делается. Ну, по идее... А, вот, вот, друзья мои. То есть мы с вами можем... Ну, например, нам нужно вот это, да? И нам написано, что для этого требуется. Прикольно? Я считаю, что прикольно. Ну, а тут, естественно, материалы.
Только мы их тут продаем, да? А материалы крафтить мы не можем. Но, тем не менее, хорошо, что уже можем скиллы вот эти вот про... как говорится, прокрафтить. Ладно, друзья, мы отвлеклись. У нас миссия 3.5. Поехали, будем смотреть, что дальше нас тут поджидает. Опять заморозщики, да? Бегут. Бегут охламоны, а? Еще... оу. Слушай, а этот шарик, смотрите... да иди ты в пень-то! Друзья мои, ну это жестко, я считаю. Давай гранату бросай туда. Всех в щепки, как говорится. Ведь сейчас опять полетит. Чует мое сердце, опять полетит сейчас этот хламон. Чего так быстро разогнались-то, эй? Вот. Да ну! Эй! У меня даже шансов не было никаких тут выиграть, по-моему. Смотрите, он идет, у него там в руке какая-то бомба, что ли? Или бита? Честно говоря, пока не могу понять. Так, давай-ка в ярость мы его отправим. Слушай, ну Сталинград меня, честно говоря, ух, как напрягает этот... как говорится, это локация, да, Сталинград? То есть, благодаря вот этим вот всяким чувачкам, очень быстрым, которых я даже не могу подбить. Хе, так, погоди-ка, здесь еще и прыгун? Не-не-не-не-не-не-не-не, парень, уйди. Кстати, автоматчик у меня прокачан, по-моему, до 5 уровня, если я не путаю ничего. Поэтому раньше у него была 1 урона, сейчас, как мы видим, 8. Так, опять летит. Слушай, может быть, автоматчик его неплохо будет бомбить, но согласись, все равно, чтобы нам дождаться этого автоматчика, нам нужна энергия, а у нас ее не так много поначалу-то. То есть они быстрее вылетают, чем мы с вами накопим. Хотя у нас есть вот такая вот сосисочка. Мы ее нажимаем, и у нас будут на поле боя появляться. Опять прыгает. Ты смотри, что творит, а? Упырь. Прыгун. Я не знаю, лампочку бы тебе вырвать из твоей головы тупорылой. Причем прыгает вообще. Для него пофиг, да? Радиус какой. Он может появиться просто хоп сюда, прыгануть и все. Да, это, конечно, это жестко на самом деле. Для меня такой нежданчик. Тут слишком жесткие монстры. Оу. Что еще за пряник тут у нас, ребята, появился? Ну-ка, дайте-ка глянем. Кто ты такой? Сержант. 7500. Так, мультиатака. Может постоять за себя в ближнем бою. На уровне 9 у него открывается защита от ближнего боя 20%. Ну, это на 9 уровне. Ты представляешь, на 9 уровне. Так, 5 уровень. Нет, подожди-ка, у меня у автоматчика 4 уровень. У меня 5 уровень на пожарном. И 6 уровень на нашем кинжальчике. Причем, друзья мои, я вам хочу сказать, когда мы зарабатываем с вами карточки, да? Где-то, вот смотрите, эволюция, видите? Кстати, я могу его проэволюционировать. Видите, у него как бы звание повышается. Ну, ранг. Ранг ап. То есть был вначале вот такой, теперь вот такой вот. И чтобы следующую эволюцию нам сделать, нам нужно 15 карточек на него. А у меня пока, как видите, 4. То есть еще один с карточек нужно. А могу я кого-нибудь еще? Вот, могу его, например. Правда, я им не пользуюсь, если честно. Тут всего лишь 5 карточек, чтобы ему сделать эволюцию. Хм. Кто? Павличенко. Опять же в специальном паке. А что это она? А, знаете, что это напоминает мне? Помните Аустина, да? Вперед на зомби-войну, который при убийстве может зарабатывать голду. Так вот, Павличенко — это тот же самый Аустин. Хм. Неплохо. Тут сколько нужно? 15, короче. Ну, я думаю, что... ох, мы можем и этого, да? Цивильяна. Ну, давай сделаем. Хорошо, пускай будет в эволюцию. И давай еще вот здесь вот. Все, друзья. Они все получили по эволюции. Теперь они вот такие вот. Тут 5. Это будет все со временем. А можем ли мы... сколько апгрейд? Всего лишь 20 бакинских. Ну, я думаю, что стоит, друзья мои. Стоит сделать. Так, давай-ка на 7% хп повысим. Урон. Урон мы сделаем с вами, наверное... хм. А в чем разница? Смотри. А, погоди-ка, это не...
Или то. Плюс 2, плюс 3. Хорошо, давай сделаем плюс 3. И удачу. Ох, 10% удачи. Хе-хе. Слушай, нехило, да? Ну-ка. 76. А, у меня голда кончилась, ты прикинь? Все, полностью я потратил голду. Ну что, уровень 3.6. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут. Что-то спрятано, ну конечно же. Отлично. Голда у нас есть еще. Точнее, не голда, а бензин. Поэтому миссия 3.6. Давай-ка заглянем сюда. Дождик моросит, ага. Да ядрить тебе на корень. Ты смотри, что. Сейчас еще, я стопудово уверен, что сейчас полетят эти хламоны. Полетят же? Чувствую, полетят. Поэтому, родная моя, выходи, бросай. Вот так вот. Это им для затравочки. А этот сейчас прыгать начнет. А этот сейчас начнет прыгать. Ага, у него иммунитет, оказывается, да? К бочке. Понял. Понял, не дурак. Дурак бы не понял, а я понял. А что вот это такое у нас? Мои юниты на 4 секунды были под защитой. Я надеюсь, правильно понял? Ну, 4 секунды это мало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да сгорит и... Да ну хор... Слушай, они почему-то в пожарного летят. Странно, то они летели на вертолет на мой, да, на самолет. То теперь они летят в пожар... О, сосисон выпал. Дай-ка я его подниму. Плюс 15. А, тут зомби, которые встают. Давай-ка тогда вызовем снайпера, наверное, да? Кстати, есть шансы, друзья мои, на 3 звезды пройти. На 3 звезды. Если, конечно, сейчас не вылетят эти подрывники. Сейчас я еще одного пожарного призову. И вот этого бы ханорика бы нам как-то забомбить. Ну. Твою, ну ладно, хорошо, что хоть так. А мог бы, друзья мои, врезаться... И, как говорится, в наш самолет. Но тут на 3 звезды, и это уже радует. Ну что, погнали. Минус, минус горючку тратим, да. Ну-ка, дай что-нибудь полезное. Ты смотри, что делает, а. Еще, друзья мои, да, еще один сундучок. Хм. И это, не забывайте, режим сложности изи. Ящичков пока нету. То есть мы за 500 золотых можем, например, купить всего лишь одну карточку нашего сапера. Также можем за 250 купить 10 мозгов, сердце зомби. То есть все это можно приобрести за голду. То есть 100 голды я получу через 7,5 часов. Это как бы по умолчанию в подарок. Ну ладно, друзья, давайте смотреть дальше. У нас миссия 3.7. Думаю, что это на сегодня будет последняя миссия. Надо, как говорится, оставить сладенькое и вкусненькое на потом. Ёлки-палки, я боюсь, что сейчас эти охламоны полетят. Они ведь полетят. Они ведь, друзья мои, полетят. Вот. Это нам повезло сейчас, честно тебе сказать. Давай-ка бросим гранатку, там как раз у нас мазута. Ох, как хорошо это нам. Вот единственное, что сапер туповатый. Ему, если вот эти вот будут стоять, да, перед огнем. Оу, тихо-тихо, собачки. Твою же налево, а, ты посмотри, что происходит. Тут собаки, значит, да, будут. Нам бы призвать снайперочка бы одного, да. Думаю, что он лишним бы здесь не был. Так, давай-ка вот так сделаем. Да ладно, опять этот тахонорик, друзья мои, ну... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж тут творится, друзья мои? Ну, автоматчик за себя постоял в данный момент. Пожарного уничтожили, а? Вот гибридники. А, сейчас этот скелет встанет. Так, давай-ка мы в ярость его. Сейчас этот скелет проснется. Вот он встал. И сейчас автоматчик пойдет его бомбить, да? Ну, это ожидаемо было. Так, ладно, пожарный, я надеюсь, сейчас разбомбит. У нас идет, друзья мои, уровень на 3 звезды. Шанс есть такой, по крайней мере, пройти его. Ну, колобок этот идет. Давай-ка я его так вот маленечко. Сейчас опять, да, погибнет? Нет, мы все-таки успели пройти. Хм, прикольно.
И, друзья мои, у нас должен быть 3,8 уровень. 3,8, то есть нам еще проходить и проходить. Да, 3,8, а тут их, по идее, 3... Сколько у нас в Париже было? В Париже у нас 1,10, да? То есть, получается, и тут будет 3... 3,10, получается, в Сталинграде. То есть еще два уровня. Но не забывайте, что это изи. Там еще будет хард. На харде, кстати, нам дают, знаете что? А, это еще в будущем. Тут, то есть, харда не будет. Тут только изейший уровень. Но если, друзья мои, если вот при следующем обновлении, опять же, мой результат сбросится, то я заново проходить не буду. Уж извините, но это уже что-нибудь. После каждого обновления я должен буду проходить все заново игру. Мне это никуда не годится. И поэтому вот их не вот этот магазин, который здесь есть. Ну, где он? Вот здесь вот. И если кто-то сюда вкладывает деньги, то это просто в бездну они улетают. А почему, ребята? Посмотрите, в чем еще загвоздка. По идее, ты должен, как сказать... Ну, Cloud Data, да, облачное сохранение, оно не работает, его нету, понимаете, нету. И нету привязки, как говорится, к этому Google Play. Очень странно. Ну что, друзья мои, давайте на этом, наверное, закончим серию, да? Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!